Да, всем привет. Это Катя. С вами Катя и Дима. Это мой друг Дима. Сказать так, брат родной. Да, он оказалось, что он не был просто друг, но он мой двоюродный брат. Брат. Вот, ну мы сейчас у него в гостях находимся. Мы у него ночевать будем. И, ребят, в общем, вот я в школу не хожу, потому что я заболела. Она болеет. Да, мне насморк, кашель. Мы смотрим Огги и Тараканы. Ну что она сказала? Кстати, у нас появилась новый котенок. Новая кошечка. Ее зовут Анфиса. Нам ее принесли. Покажу своего котенка. Вася, вот. Давай. Сейчас Дима своего покажет. Его зовут Вася. Василий! Асьяк. Вот, здравствуйте. Анфиса вот у нас такая. Она шустрая, но смешная. Плюс у нас еще кот Вася есть. И стань вот с этой стороны. Да. Вот, и... Она его кусает, Васю. Вася его там убивает, Анфису. Ну, что вам еще рассказать? Не вы знаю. Видели, что у меня там 11 просмотров, да? И плюс еще на другом видео по 3 просмотра. Вот. Ну, все, вот, хватит. Ребята, сколько у нас минут? Да. Одна минута и 35. И, короче, ладно, давайте, ребята, ставьте все просмотры, лайки. И подписчики. Да, подписчики. Я бы хотела, знаете, что? Короче, я хочу знать видео и к вам в YouTube отправить, знаете, чтобы я такая с распущенными волосами была, такая вся накрашенная, ну и все такое. Я постараюсь все завтра видео снять, как я пою песню. Ну, блин, завтра тебе она скажу. Она весь день у нас будет завтра. Да. Я зато у Димы буду везде, так что мы с Димой снимем видео, правда, Дима? Да. Все. А мне завтра в школу, она мне поможет. С той стороны сайта у тебя так, ну, по это. Все. Мне завтра в школу, и она мне поможет с уроками. Она хорошо знает. Все, ребят. Слушайте, ребят, пока. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, говорит, попрощайся. Пока, ребята. А не поставите лайк, я приду к вам ночью. Все, ребята, мои дорогие, это будет еще одно видео. Там будет называться Дима поет Катя и Дима. Да. Все, пока, мои любимые, пока. Пока, подписчики. Пока, не поставите лайк. Все, до свидания, все, пока. До свидания, пока.